Да. Всем привет, дамы и господа и гости моего канала. С вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем ролике мы будем играть в игру под названием Mafia Definitive Edition. Продолжаем. Продолжаем нашу игру. О, новый челик какой-то. Продолжаем игру. В прошлой серии мы прошли невозможную гонку. Ну, в принципе, она очень была возможна. Я ее со второго раза прошу. Но первый раз я немножко подлетела там, и уже было понятно, что я не выиграю. Продолжить. Кат-сцена. Саш, ты как? Меня провожать Доведите не до обязательно. квартиру. До Мы квартиры. же все равно думали встретиться вечерком. Ну да. Не волнуйся о том, что он да. может подумать. Дело не в этом, Том. Для него я все еще ребенок. Так, а, все. Простите, просто посмотрел. Ролик Лидию. А что это? А, понял. Я понял. Он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Угу. Это правда. Поведите к Сарту. Расскажи, почему ты таскаешь еду? Эй, я ее готовлю. И мне решать, что с ней делать. Оли это не одобрит. Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак. Вот и квартира, да? Можешь постучать в дверь? У меня только две руки. Ага. Так сразу откроют? А, нет, ждем. Проработанная хрень. Сара! Это мне? Да, но боюсь, там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит. Нонна думает, что ты ангел. Да он не любит, когда еда пропадает зря. А это? Ну, конечно, это Томми. Сара о вас много рассказывала. Томми Санжел. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все тебе говорят. Да, она права. Все. Хотя бы в глаза смотрела, ты реально не проработана. Ладно, Джульет, не пускай в дом сквозняки. Увидимся в церкви. Спасибо. Хорошего вечера. Пока. Буэнэ-ноте, Томми. Он смотрит в стенку. Еды. Проводите Сару до квартиры. Ну то, что графика офигенная в этой игре, но то, что у главного героя не поворачивается голова, было это меня напрягает. Да. Серьезно. Увы, у нас в квартале многие голодают. Да. Игра 2020 года. А, тебя бы сделали такое бы? Сегодня... О, твой мастер. Для прогулки. Кстати, вот такая... О. Музычка. Только не стоит погибать из-за меня, Том. Постараюсь выжить. И ага. это все? Ты водишься с бабником Сэмом Тропани, и все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки? Ну, а да, да. Наверное. Да, пожалуй, прав. Пау-пау-пау. И чё? Для дамы, сеньор. О, нет, здрасте. А как же мой букет? Постой, я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Думаю, он и так знает. Я думаю, ну ты это самая красавица. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знала, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да. Он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет. Будь он Надеюсь против, на это. Ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. А-а-а. Значит, ты как они? Я старалась тебя оберегать, Томми Анджело, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком. Оу, Может, в кино май. Еще куда-то. И ты получишь букет. Я не против. Ну, не знаю. Опа, на. Оу, привет, красотка. Очень корёт. Да ты нам изменяешь. Отвали. Блин, у меня, оказывается, на 60 было. Я тебя всё слышу. Не надо огрызаться, куколка. Так и быть, пусть твой хахат смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увести нашу тёлку. Чего? Кому ты тут чешешь? С кем имеете дело, придурки? Даю вам последний шанс.
Не испугал. Ты Томми Санджело. Мы знаем, чей ты человек. Слушай, я сейчас достану оружие, сразу убежите, я как пробка из бутылки. Но сейчас он старый пердун. Морелло его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Ха, разрывная, мужик. Давай, иди сюда, дерьма кусок. Давай еще подеремся, мужик, слышь ты? Это же левый щит. Ой, давай, смотри, подожди. Левый контрол. На! На! Я сейчас сдохну еще? А как драться? Поручите хулиганов. Я не из тех дамочек, к которым ты привык. Мы с Джонни хоть до утра можем развлекаться. Подожди, я реально сейчас сдохну. А как? Мы погибли. Кризис последний сохранился. А как? Реально, подожди. Я должен уворачивать. Ну, я бы достал бы пистолет и расстрелял бы их. Ты мафиози, блин, у тебя пистолет должен быть, мужик. Ай, блин, стой. На! Давай сюда иди, мужик, слышь ты? Такой девке ни к чему брать с этим уродом. Мы с Джонни хоть до утра можем развлекаться. На! Иди отсюда! Ой! Мужик, стой! Куда мы? Стоять? Нечего столько сидеть в своем баре! Если у Сальери все громилы такие, как ты, ему конец. Слушай, подожди, взять труба. Как там дела у калеки, запертого у вас в гараже? Нормалек? Давай вскрой его, пролей крови. Поручить хулигана. Как поручить? Скажите мне. Он в конец оборзел. Мочи нас же больше, он не уйдет. Как стрелять? Открой его, пролей крови. На! Кью! Драться! На! Слышь? Вперед! На! А чё все стоят-то? На! Ты следующий, мужичок! Хорошо! Ты следующий, мужик, давай! Давай домой! Ой, как хорошо! На! Отлично! Следующий сзади еще. На. Блин. Не, я понял, как надо. Простите, ребят. Я думал, их просто отталкивать надо. А они так со мной поступили. Ё-моё. Кока-кола. Между прочим, эксклюзив. Ладно, продолжим. Ой, подожди, стой, куда, мужик? Да подожди, это, ёма. Отвали от меня. Такой девки ни к чему гулять с этим уродом. На, мужик, на. Только тронь меня. На. На, хорошо. На. Да вообще налегке я их разламываю. На. Арматурка чистая. На. Ножик свой достану тут. Хорошо. Все. Ну отвали от нее. Нет, не отвалю. Труба, слышишь? Да. Ты офигел? Ты ударишь? На! Отлично! Томми! Круто! Громилу! Моя очередь! Надеюсь, ты крепче своих дружков. Хорошо! Блин, слушай, громил вообще! Видите крупного хулигана! Пробуем. Тихо. Короче, надо еще. Все. Реально урод.
На! Там девушка. Хорошо, идите к Саре. Сара! Ты надеюсь, там вообще жива? Эй! Молодец. Слушай, девушка это самая, прям боевая. Неплохой хук справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой, я посмотрю. Хулиганы. Ну, мы с ним расправились. Ух ты. Какие тут эти... Радакио. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Все думал, когда пригласишь. Ха-ха-ха. Чтобы это самое. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав, принесу иголку с ниткой. А, зашьешь? Окей. Окей, зашьешь, тут зашьешь. No problems. Не так уж и плохо. Mm-hmm. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том. Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Выпить. Окей. Подарок от Дона. Да любовь с первого взгляда, серьезно, я вот так скажу. Мужик уже там. В заигрушку пошел. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Часто раны штопала? Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. За... Так. Простите. Он, окей, продолжаем. Чем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Ревнивой? Все. Не лучше шов. Но зайдет. Ты быстро сделал, как тут шов. По крайней мере, он будет напоминать не о тебе. Ой, ну романтик, романтик. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Окей. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Шок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите. Смотрите, какое это самое. Смотри, какая рожа. Довольный такой сидит чисто. Ладно. Глава пройдена, Сара. Интересная глава. Быстро, в принципе, мы с ней справились, этой головой. Так, следующая глава. Какая, какая. Пора привыкать. 1932 год. Нельзя это терпеть. О, здорово. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь сраный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами, разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Чайна-таун? Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Понятно.
Фух. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Да, и тебе. Когда закончишь свиньи, разыщи меня в Чайна-тауне. Понял. Окей. Пора разбить пару голов. Говорите с Винченцо. А, поговорите, не договоритесь. Так, окей. Мужик сюда. Винченцо наверху. Пойдемте, окей. О, здорово. Винченцо. Эй, ты за стволами, Том? Не. У меня все есть. Ага. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить. Мне нравится. На своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. У тебя есть 100%, я думаю. Сэм тут недавно навестил один склад и... Биты. На них типа автограф самого Бэйба Рута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Ну, шпане твоей будет не сладко. Спасибо большое. Это точно. Спасибо, Винни. Круто. Кстати, Винни, как и найдите, Полли в Чайна-тауне. А, это... Так, сейчас надо взять тачку по-бырому. Нашу любименькую, сладенькую пупсичку. О. Давайте, кстати, реально возьмем мотоцикл. Ее мама так. Все, на мотоцикле поехали. Воу-воу-воу-воу-воу! Фига себе. Задние колеса, передние. Нет, жалко. Ну, на мотоцикле. Прикольно, я считаю. Ой-ой-ой, ребят. Все же я не лучший коп. Вот, если не лучший водитель на мотике. Бля, уже минус это. Ё-моё. А вот и Чайный Таун. Одна звезда, чё? А чё я сделал? А, по встречке ехал, ну ладно. Не, ну мотик прикольный. Нам нужна помощь. Нам сообщают, что тут мотоциклист опасно ездит. Запрете его в каталажке. Что? Эй! Наконец-то! Пошли, я насквозь промок. Всё, поехали. Не понимаю, зачем Биф переехал в эту дыру? Да ладно тебе, он же влюбился. Чё, ну то, кстати, красивый, блин. Потянуло его на азиатку, когда мы накрыли тот шанхайский бордель. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Том. Слишком деликатничаешь с бабами. Когда у нас реально будет перестрелка? Следующий за поле в лавку Бифа. Бифа. Биф, кабанюка! Как поживаешь? Куколка, рад тебя видеть! Убери ее, Биф, мы по делу. Давай наверху, хорошо? Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного харька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Биф. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо. До встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. Знаете, где ошивается банда? Прям так написано, ошивается. Окей. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Нет, идиот. Эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет он в Холбруке. А Дон об этом знает? Да, да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышал. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь. Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайна-тауне типов, которые похожи на нас. Мы на месте. Окей. И что тут у нас?
Так, сейчас. 20-я минута ролик. Еще себе успел. План такой. Я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь то же. Никакой пальбы. И долго ты его придумывал. Господи. Это план на любой случай. Блин, я так хочу пострелять. А мы это будем сейчас фигачить всех дубинками. Ну тут хотя бы мы не одни. Они сейчас как пистолеты достанут, нас будут расстреливать, а мы дубинками будем на них заезжать. О, ща это самое с ноги нафиг. На! Ши попки я в жизни не видел. О, Билли, это же тот самый парень. Сваливаем. Но! Ща мы им разнесем головы. На! Не понял, слышишь? Опа. На, вперед. Отлично. И добив. Отлично. На. Хорошо. Короче, хулиган. Там еще это самое, вот куда побежал? Слушай, это. Не надо никому помогать, мы сейчас сами. Так. Теперь все серьезно. Думаешь, я не пойду? Я пойду на север, ты на юг. Я наверх, а ты там пройди. Ладно, понял. А, вот сверху, наверх можно. А, пробел, о, пробел, простите. Так. Билли, сматываем, живо! Окей. А! О, ё-моё! Отлично. А! А я смогу вроде бы устанавливаться сейчас. Стой, подожди. О, господи. Отлично. На, хорошо. Надо быстро подобрать и оружие, которое тут есть. Подожди. Наш. Ой-ой-ой, ну. Перезаряди. На! Как ты ремоутом? Господи. Я откуда знал, что сейчас это самое, он кинет как-то. Очень ловко это сам. Погрузи последнее сохранение. Очень долго загружает это и очень долго умирает этот человечек наш, Томми Санджело. Дальше. Далее. Перебейте всех. Ай-яй-яй, ты сейчас сдохну быстрее, блин. А, стой. Да блин. Господи. А это что я чисто так лежу? Я только... Что и делаю, я только загружаю последнее сохранение. Все. Отлично. Да, в укрытие, дебил. Да блин, да ё-моё.
А, хорошо. Ты ё-моё. Ё-моё. Вылезет. На, хорошо. Отлично. Быстрее, 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 быстрее. Давайте, козлы! Кто я мог, Кутер? Отлично. А, хорошо. Перезарядка. Нифига себе, реально. Ух ты. Никто нет. Надо быстренько. Так, взять тело. Это могу грязь в тела перетаскивать, так сказать. Перебейте всех. Том, пробивайся к Билли. Достань этого скота. Вали всех, кто будет бежать. Ро. К нему ХП, а где? Коктейль Молотова. Я сейчас прям показываю, ладно. Перебить всех. Пробуем так пройти. На! Ну все же, дробовик будет. Отлично. Ой-ой. Выходи, подлый трус. На. Да чё они шурналы-то? Так, ладно, лучше возьму, пистолет возьму. О, аптечка. Хью-хью, а. Где ты хил? А, вот он. Я тебя так долго ждал. Ну, понятно, я понял. Карманный револьвер. Фигня, все, ё-моё, ладно. Врываемся, так. О-о-о-о. Чуть я это не ожидал такого поворота событий. На! Отлично! Соня, пригнись! Куда? Понял? Куда поехали? Сейчас покой не будет, а? Исчезни. Давай! Нельзя их упускать! Давай, тача! Чайна Тауне прибили китайцы. Так, нормально, нормально, нормально. Она очень только входит в повороты. Осторожнее, Том! Дорога петляет! Нормально. Не бойся, я за рулем. Это были последние.
Ты видал, чтобы кто-то так же обоссался, как они? Ты присмотрись и увидишь, что у них моча прямо из тачки льется. Нормально, что такое? Эти придурки пожалеют, что повстречали в своей жизни Сару. Они позвали остальных. Не надо расстреляют. Перезаряжаю! К ним подкрепление! О! Ну, жми, дави на газ, не дай им удрать! Да они рассчитывают удрать! Да, они еще не знают, как ты водишь! Ну, боком заехали. Нормально. Это были последние. Я понял уже. Да ё-моё. Давай гони, ты же умеешь. Ну давай. Ещё это... Чё так сложно-то, а? Я на средний играю. Вот эти погони, конечно, в этой игре, это капец, это... Да я еду как могу, господи, тут еще по всяким разным овочкам, которые... Этот тупой баран разбился нахер! Ну, теперь они никуда не денутся. Замочи его, Том. Нет, нет, не надо. Прошу, я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том, ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. И закончилось. Все равно он уже труп. Боже мой, Том! Очнись уже! Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй! Пойдем отсюда, пока легавых нет. Я думал, сейчас он проснется и выстрелит в него. Глава пройдена, пора привыкать. Ладно, дорогие друзья, вот такой у нас получился видеоролик. В принципе, мы разобрались с китайцами. Да, интересно. Была у нас перестрелочка. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. Ну, с вами был Айрон. Всем удачи, всем пока-пока.